Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь, чтобы выходные никогда не заканчивались! Ну-ка, сейчас как я спрыгну в бассейн и... Алле! Опа! Ох, освежающий прыжок в бассейн с вышки, вот это кайф, теперь надо пойти в качалку и покачаться, буду заниматься спортом, ведь спорт это жизнь, а жизнь это движение, все кто занимается спортом красавчики. Так, вот моя любимая качалка, вот мои любимые гантели, мы их берем и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уй, тяжело что-то. Фух, так, надо вот эту взять. О-о-о, я уже такой сильный, что могу ломать гантели. Ничего себе я. Вот это я красавчик. Вот это я спортсмен. Вот это мускулы. Вот это спина. Вот это шея. Вот эти плечи. Вот это у меня, конечно, внешний вид. Кто там? Эй! Ты чё такое? Можешь подвинуться? Я здесь в зеркало смотрю, а ты мне мешаешь, блин. Качок ты, кошара. Нифига себе, вот это, блин, он здоровый. Кот какой-то. Или рысь, блин. Эй, иди отсюда, говорю. О, ты чё орёшь, блин? Слышишь, ты на кого батон крошишь? Ты, каракал, блин, рысь дурацкая. Чё ты хочешь? Ё-моё, ой, нифига себе. Ты на кого руку поднял? Я тебе забиваю стрелку. Не ори, говорю! Короче, все, жду тебя на улице Петропавловской, понял? Дом 22, приходи один, мы с тобой поразговариваем, ты, дурацкий качок. Все, шуруй отсюда давай, блин. Офигеть, вот это он здоровый. Я думал, он меня сейчас просто уничтожит. Еще орал на меня, но вроде я держался хорошо. Я ему нормально ответил, а сам уже, блин... В штаны наложил. Так, надо, блин, Андрюхе, наверное, сказать, что пришел, блин, это... Тоже помог мне на стрелку, а то я что-то качку забил стрелку, а сам-то, блин, это... Вряд ли что могу ему сделать. Так, сейчас позвонить надо. Надеюсь, Андрюха возьмет трубку. Фоня. Так, сейчас позвоним. Алло, Андрюха! Ассаламу алейкум, братишка! Чё ты как там? Сам ты как Ассаламу алейкум! Чё ты? Как ты? Где ты? С кем ты? Чё как жизнь, брат? Нормально, Андрюха, но у меня плохие новости, блин! Чё такое? Да я в качалке, знаешь же, всегда хожу, качаюсь! Чё ты там, надорвал спину себе опять? Нет, Андрюха, хуже! Короче, пришел какой-то качок, блин, я в зеркало смотрелся, мускулами играл, пришел качок, какая-то рысь, и наорал на меня, и я, короче, знаешь что, я так испугался, включил крутого, и стрелку ему случайно забил, блин. Ну ты же знаешь, я боюсь, блин, придешь, поможешь, вдвоем пойдем. Ну ты даешь, ну поезд, ну конечно, куда ж ты денешься, ё-моё. Ага, давай, я так, короче, Андрюха, до тебя и сразу потом на стрелку пойдем. Только я предупреждаю, там будет нереально жесткий качок, каракал, блин. Да ничего, возьмем с собой что-нибудь на всякий случай. Работаем, лоха, защитим его. Ну все, туда его, налево. Туда, таким будет как орать, блин, на тебя. Ага, все, давай, Андрюха, на связи. Ага. Фух. Ну хорошо, Андрюха мне поможет, это здорово. Так, нету его. Все, ладно, вроде как этот, блин, качок ушел. Ой, блин, ладно, вот я делов надел. Все, бегом до Андрюхи и на стрелку. Люди, там качок, рысь, бегите нафиг, он орёт. Вот это сходил в качалку, блин. Уходим, уходим. Слушай, Андрюха, чем ближе мы подходим, тем мне страшнее. Да ладно, не ссы. Нас двое, а он один. Кстати, а ты уверен, что он один придет вообще, а? Ну я не знаю, он такой здоровый, думаю, один. Давай-ка биту уже доставай, блин, подходим. Ага, чё, прям рама вообще огромная? Да, доставай биту, блин, во, достал, давай. Достал, достал, не кипишуй, братишка, может мы его руками уделаем. Он вообще, Андрюха, такой огромный, это капец, я не знаю, как он так накачался, я уже 10 лет в качалку хожу, и все равно, блин, даже не такой, как он, вон он. У гаражей, да? Да, у гаражей, посмотри на его руки, блин. Ого, реально здоровый, ну-ка. Чёрт, Димон! Чё? Ты чё натворил, ты чё, дурак? Что, блин? Это же Биг Шлёпа! Большой Шлёпа! Ё-моё, тот самый Шлёпа! Да, который пельмени ест! Он походу это...
Тренировался с пельменями, короче, понял? А, так вот в чем секрет больших мышц, шлепы. Наверное, большой шлепа, он так раскачался из-за пельменей. Да-да-да, у него особый вид тренировок, слушай. Ну? Ну, может быть, не потянем его, а? Ну, Андрюха, что уже делать, я стрелку забил, придется попробовать битами его зафигарить, отмутузить. Ну, давай попробуем, уничтожим этого биг шлепу, ёма. Давай, ну, чё ты там, большой шлепа-качок? Я пришел один с моим другом, сейчас мы тебя нафигарим, давай, Андрюха, пойму. Чё ты там орал? Ой! Осторожно! Андрюха, он меня на прогиб кинул, он орёт! Эй, не ори, капец, уже закладывает! Капец, он огромный, Андрюха, и опасный! Ай, давай, обрабатывай его, слышь, только лёг, иди сюда! Слышишь, нифига, как он бегает, он меня прогибом, Андрюха, кинул! Эй, слышь, ты чё моего брата на прогиб кидаешь? Только я его на прогиб могу кидать! Ага, давай, Андрюха, он пельменями кидается! Ё-моё, орёт! Давай, Димон, мы сможем, мы справимся, давай! И капец, он огромный, этот шлёпа, блин! Ё-моё! Ай-яй-яй-яй-яй, Димон! Что такое? Братишка, с тобой! Я сейчас... Ё-моё, вот это залепило, блин. Это чё, мясо? Встать не могу. Это шлёпа, биг шлёпа, качок. Это он меня вырубил. Интересно, блин, где Андрюха? Капец, он там нифига себе кричит. Жесть, он красный. Ой, блин, чё он там делает? Офигеть, блин. Встать не могу, надо идти. Димон! О, Андрюха! Капец! Ты это видел? Да, видел, там этот шлёпа-качок, аккуратно, можешь меня оттащить? Да, давай скорее, капец, он как будто загорелся, давай ко мне. Ага, давай, неси меня, тащи. Ой, давай, блин. Братик. Ай, у меня нога, наверное, Андрюха ушиб, или что-то типа такого. Да сейчас подорожник приложим, нормально все будет. Димон, капец, он там стоит, он огромный. Сейчас, погоди, не тяни меня, стой. Ага, стой, сейчас посмотри. Ой, стоит, давай, тяни. Погнали, за угол, лишь за угол. Лишь бы нас не заметил, давай за угол, сейчас мы тебе подорожник приложим, нормально все будет. Ой, давай, Андрюха, подорожник, чтобы я это встал. Сейчас, лежи, братишка, сейчас найду. Давай быстрее. Опа. Давай. Давай, сейчас ноге, тебе, какая лодыжка, правая, левая? Правая, и правая лодыжка, и левое колено. Ага, сейчас, правая лодыжка, левое колено, все, приложи, лучше. Ой, стало? Лучше стало, Андрюха, сейчас я. Давай, вставай, братик. О, все, нормально, могу ходить. Так, погоди, он там. Я сейчас так посмотрю. Рад, ой, что блин. Ты выжил. Я тоже. Вот это на стрелку мы пришли, Андрюха. Я говорил, с качками лучше не связываться, особенно с большим шлёпой этим каракалом, рысью, блин. В натуре, ну ты ввязался в авантюру, другалёк. Ага, пельмени он наелся, нас, блин, это пораскидывал. Так, что тут костер? Это ты что, похавать сделал? Ага. Ой, давай, ты видел, Андрюха, там гора трупов вообще. Да, я в шоке вообще. Так, ладно, мне надо подкрепиться, Андрюха. А то сил вообще не осталось. Сейчас, вон. Я просто курицу нашел, Ага. Прирезал, решил пожарить. Вот этот костер работает, ё-ма. Да, ничего, что я все съел. Да ничего страшного, тут уже без тебя поел. Нашел тебя, решил спасти, чего? Андрюха, мы успели оттуда отползти. Он там, смотри, подошел к этим людям, блин, и есть их, наверное, будет. Может, он не только на пельменях, может, он еще на людях раскачался. Слушай, может быть и на людях. Слушай, Димон, тебе повезло, реально. Давай, Андрюха, по стелсу, по-тихому. И уходим от этого шлёпы большого. Давай, братишка, вот за домиком можно протиснуться, наверное. Офигеть, у него руки. Вот это я называю руки-базуки, Андрюха, блин. Слушай, Димон, предлагаю, если мы выживем. Ага. Подсесть на пельмени и есть только их. Наверное, так и сделаем. А вот тренировки ног он явно пропускал, Андрюха. Ноги у него слабоваты. Ну ладно, давай потопали дальше, может спасемся, выживем как-нибудь, а? Давай, почапали, а где мы вообще, Андрюха? Я ни разу не был в этом месте. Я не знаю, какие-то заброшки, может быть это? Ага. Кто-нибудь живет? Закрыто все, блин? Ну, закрыто, походу, может все заброшено. Так, ладно, куда нам, Андрюха? Давай дальше по дороге пойдем, может куда-нибудь выйдем, смотри, он там это стоит. Давай, Андрюха, он нас заметил! Андрюха! Давай, кидается пельменями, блин! Ой-ой-ой! Ё-моё, братишка, давай куда-нибудь спрячемся, а? Аж земля трясется. Давай, куда? Давай вот сюда, за домик. Вот так, куда-нибудь сюда спрячемся. Эй, люди, кто-нибудь живой, тут есть, не? Помогите кто-нибудь, давай сюда, Андрюха. Давай вот сюда куда-нибудь. Он нас потерял, походу, дай-ка я выгляну. Да, он нас не видит, по кайфу. Это наш шанс, Андрюха, убежать. Давай, пока он нас потерял. Давай, слушай, смотри. А. Там трасса какая-то, мы сюда пойдем. А, вот, давай по дороге, как раз, может, до какого города. Давай, братишка. Андрюха. Он бежит! Ё-моё, давай быстрее туда. Ай, ё-моё, глушит. Блин, глушит своими криками. О-оу, Андрюха. Ты заварен? Андрюха, здесь все завалено, придется разворачиваться, бежать обратно, слышишь?
Ну-ка давай. Ё-моё, а там он, блин, за углом стоит. Слышишь? Палит нас, чули. Так, не вижу, погоди. Не вижу его. А вон он, стоит, Андрюха, смотри. Палит, смотрит, блин, кидает пельменями. Ё-моё, Димон, братишка, осторожней. Так, аккуратно, я тут за камень, Андрюха, бегу, давай, блин. Давай, за мной, братишка. Давай, 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 куда? Ай, я меня держит. Ай, давай, быстрее. Давай дальше по дороге бежим. Давай, братишка, давай, давай, он кидается, кидается, блин, в нас этими пельменями или чем. Давай быстрее. Давай свернем. Давай, сворачивай, сворачивай, сворачивай. Вот, сюда, сюда, сюда. Прячься, давай, прячься, за камень, прячься, за камень. Фух, успели. Капец, Димон. Ё-моё, так, тихо. Нету его, Андрюха, блин, опять что ли потерял нас? Так, а залезть нельзя сверху посмотреть? Не получается вообще. А вот тут сейчас попробую, опа. Так, тихо, Андрюха, там вон статуя какая-то, слышишь, вдалеке. Может туда, Андрюха, а? Ну чё там, чё там? Он сзади, залезть, ёбан, он сзади, сзади, Андрюха, он сзади, ё, блин. Ё, помоги, дай руку! Там заправка идёт. Давай бегай, Андрюха, блин, набегай, я так пойду. Ай, хорошо, братишка, капец! Ё-моё, дурацкий огромный шлёпа! Давай, Андрюха, там заправка, блин! Там полиция! Бегу, бегу, бегу к тебе! Ё-моё, блин, надеюсь, Андрюха добежит! Быстрее, братуха, я здесь! Он за мной гонится! Или отстал? Давай, Андрюха, я пойду к полицейской машине поближе уже! Давай, давай, давай! Нифига себе, тут, Андрюха, пистолеты! Слышишь? Бегу к тебе, братишка! Собирай, тут еще и пушки всякие, нифига себе, блин. А нету, не отстал, Димон, оружие взял? Да, взял, давай, слышишь, прикрывай меня, пушки, пожалуйста. Я прикрою. Давай, 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 прикрывай, Андрюха. Ё-моё, блин, давай его застрелим, этого огромного шлепу. Беру, туда беру его. Тут патроны, Димон, бери патроны. Сейчас, давай, Андрюха, он меня взял на прогиб, блин. Ё-моё, кричит, давай, давай сюда, капец, сюда, капец, он отталкивает. Ё-моё, капец, он безумный, а может на тачке просто уедем и все? Давай попробуем. Давай попробуем быстрее, сейчас. Так, короче, Андрюха, патроны еще возьму. Че он там, где он? А он там, возле камня стоит. Ай, застрял, наверное, в камне. Отлично, берем пушки. Толстячок, ё-моё. Все, Андрюха, садись в машину, сваливаем, блин. Давай, поехали, куда поехали. Нам? Поехали, поехали. Я за тобой, слышишь? А давай, вот по дороге, там какое-то здание огромное есть. Налево? Ага. Давай, 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 налево и поехали, пока он там застрял в этом камне. Слава надо богу. Надо было меньше пельменей есть, другалек. В натуре, толстопузый застрял там. Едем, Андрюха, блин, туда. В натуре. Слышь? А там это, Андрюха. Ну-ка. Там, походу, тупик, блин, там камнями все завалено. Димон, слышишь? Смотри. Ау. Тут можно свернуть. Давай, я за тобой, Андрюха, сворачивай. Смотри, тут что-то горит, кстати. Слава богу, блин, мы оторвались от шлёпа и уезжаем. Чё там горит, Андрюха? Я не знаю, давай посмотрим. Но если там огонь, значит, люди, скорее всего, были. А ну, тормози. Да, Димон, мертвые люди, представляешь? Мертвые военные. Андрюха, у них-то пушки посерьёзнее, вон, РПГ. Калаши, это надо все подбирать, Андрюха. Может, с помощью РПГ хоть его получится убить, а? Ага, только бы патрон найти. Так, калаш, а я там патроны подбирал, Андрюха! Капец! Он смотри, уже сзади, красный, стреляю по нему с РПГ, блин! Может, давай, получится! Димон. Ой, офигеть он! Вообще на машины запрыгнул! Туда его не попал, Андрюха! Либо не сломал машины наши! А, куда он меня откинул, блин? Да, где вы, Андрюха? Вот, все, сейчас беру его в прицел! Огонь! Попадание! Слышь ты, биг шлепа, получай свинца! Раз, два, три, огонь! Попадание! Мысли, это, конечно, хорошо, но патроны лучше. Еще самое главное, мозги, Андрюха, он застревает, блин, потому что толстый не может пройти, точнее, большой. Патроны кончились на РПГ, беру калаш, Андрюха! Качок глупый, на попей! Ё-моё, блин, патронов не так много осталось, он наши машины ломает, блин, Андрюха, слышишь? Слушай, Димон, может, попробуем уехать, пока машина не доломала? Садись, садись, начинай ехать, садись, я запрыгну, Андрюха, давай, на ходу. Братишка, надеюсь, ты успеешь. Давай, он меня держит, откидывает, где ты там, едешь? Да вот я выехал, выехал, давай, Димон, сейчас он тебя меня хватает. Держит. Андрюха, бегу. Давай, скорее, братик. Раз, два, всё, он там всё, опять лох. Застрял. Давай, 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 давай. Всё, поехали. Уезжаем, капец. Ой, смотри. Боже, что? Видишь, там самолет справа? Ага, может это аэродром? Может улетим? Может попробуем? Давай быстрее! Капец, может, тут это всё аэропорт? Офигеть, Андрюха, помощи здесь не будет. Здесь все мертвые. Проезжай этих военных, блин, проезжай все. И аэропорт заброшенный. Надеюсь, может, хоть что-то тут есть. Хотя не бы знаю. Один какой-нибудь. Или вертолет. Вот, улетим сейчас, Андрюха. Нормально. Уверен? Или он, Андрюха, он ржавый. Блин, попробуй посмотри. Ой, нет, тут даже кабина, все, мы вообще никак, Андрюха, не улетим. Капец, последний самолет ржавый весь. А это что, слышишь?
Ну-ка. Андрюха, это какие-то суперпушки! Если нам РПГ не помогли, может эти вот помогут? Огромные, блин, стволы! В натуре будто какая-то секретная разработка военных. А ну, давай посмотрим, ты взял, Андрюха? Да, я взял здоровенную штуку эту. Опять он выбрался, блин, Андрюха, опять он как-то выбрался. Он же там застревал все время. Ё-моё, как он к нам приходит? Я не знаю, по запаху, смотри, мне кажется, он становится все больше и больше с каждым разом. Да, давай, стреляй по нему, Андрюха, с этих пушек, по этому шлёпе большому, ау. Ну бегать-то, конечно, забавно. Да вообще, блин, качок дуринский. Так, тут места много, Андрюха, нормального, сейчас его мы тут и убьем. Только он тут нигде не застрянет, это обидно. Ай, помоги! Андрюха, он тебе прогибом, туда с синего с прогиба, захинул. Слушай, мне кажется, он стукает по это и расти начинает. Наверное, наверное, Андрюха, откинул меня, туда его. Ну ты где, я не вижу. Да за самолетом, с прыжка ему как дал по голове, блин, с этой пушки. Сейчас еще ему в грудь стреляю, может надо... Андрюха, может, пробуй. Щиму? Он на пельмени разлетелся, ты видел? Он разлетелся на пельмени, Андрюха! Смотри, капец, от него ничего не осталось. Офигеть вообще, ничего, чисто просто ему бам, и взорвался, Андрюха, на пельмени, блин, раскукарекался. А, ну что тогда делать-то будем, может это? Что? Самолетный металл сдадим. Самолетный металл, Андрюха, а как мы его утащим, этот самолет-то, а, блин, он а огромный. Сейчас что-нибудь найдем, наверное. А ты сможешь его разобрать, Андрюха, этот самолет и на металл сдать? А может такими пушками и разложим его как-нибудь, а, попробуем? Ну попробуй, я сейчас попробую на машине в самолет врезаться, он же старый, может развалиться. Ну давай так машину не сломай. Сейчас, Андрюха, я разгоняюсь, блин. Со всей силы! Разгоняюсь, разгоняюсь, Андрюха! Сейчас буду врезаться! Нет, не получается, Андрюха! Я предлагаю оставить нафиг этот самолет и сваливать отсюда! Мало ли этот шлепа возродится как-нибудь! Вдруг эти качки умеют возвращаться! В натуре, давай убегать! Нет, давай уезжать! Садись в машину, в полицейскую! Сейчас заодно сразу до полицейского участка и доедем! И расскажем о том, что, блин, произошло! Слушай, Димон! А GPS работает? Не-а. Ё-ма, а куда ехать-то? Ну, надо подумать, Андрюха, наверное, надо ехать на север. А, слушай, а там статуи были какие-то, может, туда ломанёмся тогда? А, ну давай, ты поехали, говорил. Давай к статуям, погнали. Рванули. Едем. Ну что ж, друзья, на этом наш увлекательный ролик заканчивается. Мы с Андрюхой надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментариев. И также пишите, что нам еще такого интересного позаписывать в Гаррисмоде и в других играх. Ну а на этом у нас точно все. Всем большое спасибо за просмотр, удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения и пока-пока! Всем баю-бай, дорогие друзья!